Отпраздновать юбилей вместе с любимым стилистом пришли друзья, коллеги, благодарные клиенты. Многих связывает с Кирой крепкая дружба, ведь она изменила их жизнь, подарив новые, неповторимые образы. Пришла к ней я зелено-коричневого цвета и сказала: «Кира, помоги, сделай что-нибудь, волосы длинные». Зеленый цвет проступает. И тут она начала творить, кудесничать, и с тех пор мы дружим не только в личном плане, но и в творческом. 15 лет побед и достижений, высокого роста и новых возможностей. Сегодня Кира Гончарь не просто парикмахер-модельер экстра-класса, но и тренер своей собственной команды стилистов, с которыми продолжает завоевывать пьедесталы. Многие приехали в этот день поддержать ее. Венера Кашанова привезла коллекцию причесок «Новый день». С Кирой они познакомились случайно, но эта встреча навсегда изменила жизнь парикмахера из Казахстана. Ну, она поменяла мою жизнь. Ну, в хорошем смысле этого слова, потому что до этого я была домохозяйка обычная. И после ее знакомства я стала участвовать в конкурсах, она меня тренирует, да. В этот день гости увидели 9 коллекций из разных стран: Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина. У меня есть своя школа в Киеве, основное наше направление – это колористика. Мы делаем все, что касается окрашивания. Но также мы обучаем вечерние направления – прически, стрижки, есть коммерческие тренинги. Но мы на все смотрим через цвет. То есть мы сначала создаем цвет, и потом на этот цвет мы одеваем форму. Будь то прическа, или будь то укладка, или это стрижка. И вот на самом деле у нас даже родилась такая идея с Кирой. Мы хотим сделать совместный курс «Цвет и форма», да, где мы расскажем, насколько важен цвет, насколько важно окрашивание, и как мы можем это все создать и интерпретировать в виде нашего окрашивания, накладывая сверху ее формы. Я думаю, что получится интересный курс. Венцом праздника стала демонстрация коллекции «Белое золото». 15 неповторимых свадебных образов. Мастер долго трудилась над каждой моделью. Рядом были друзья, родные и близкие, которые помогали ей. Да, сегодня праздник у моего друга и моего самого близкого человека, мои коллеги, единомышленника, столько лет вместе, все 15 лет, от младенческого возраста в ее профессии до сегодняшнего уровня. Я была свидетелем, как этот человек рос, совершенствовался, как поднимался и как человек взрослел, и как специалист, профессионал. Всегда ставил перед собой только большие цели, только, казалось бы, недосягаемые цели, и постепенно достигал их. Ничего не давалось этому человеку просто так. С неба ничего не падало, и подарки не падали также с неба. Всего она добивалась сама трудом. 30 сентября – символичная дата в творческой жизни Киры Гончарь. Именно в этот день, в 2000 году, она причесала свою первую невесту. С тех пор началось восхождение на олимп парикмахерского искусства маленькой хрупкой девушки из подмосковного города Одинцово, которая прославила родной край на весь мир. Сегодня Кира открывает первую именную школу парикмахерского искусства в Московской области. Впереди грандиозные планы.